Всем привет! Привет, привет! Есть кто на связи? Как ваши дела? Привет! Как там, нормально ловят? Я сегодня готовлю. Привет! Что там делаете? Меня тут девочки спрашивают, задают вопросы, как я обрабатываю фотографии. Да еще много вопросов. Просто, наверное, начнем с этого. Вот. У меня 70% фотографий, даже 80%, это все профессиональные от фотографов. Привет, Фидан! Привет! Вот. И это. Остальные 20-30%, есть несколько программ. Я очень люблю Lightroom, люблю Snapseed. Что еще там есть? Ну, вот эти в основном две программки. Привет. Белореченск пока не скоро. Рецепта умы сейчас не могу никак дать. Так. Так, я открреплю. Ответила на вопрос. А, помады у меня очень много их разных. Блин, не могу ножик найти нормальный. Сейчас. Не могу найти. Ладно, по-моему. Просто не люблю этот ножик. Этот. Я люблю помадки Lime Crime. Люблю Golden Rose. Вообще, Golden Rose очень дешевые эти, плохая актриса. Я не актриса, девочки. Очень, короче, дешевые и по качеству очень классные, поэтому я вам советую. Мне 27 будет через неделю уже. Когда меня спрашивают, сколько мне лет, я уже даже и забываю, сколько мне. Golden Rose самый лучший. Да, я тоже так считаю. Я ими раньше вообще не пользовалась. У меня раньше, наверное, лет 10 назад были тени. Помните, такие огромные наборы дешевые. Но тогда они для нас были дорогие. А английский не особо, ну, как бы я понимаю, но так разговаривать уж не очень. Не дело. Я готовлю, сама не знаю, что готовлю. Честно говоря, так, импровизация. Мясо с овощами хочу сделать и лапшу рисовую. Вот. Привет, Розаночка, привет. Я вот думаю, все бы мне это нарезать или не все. Может, на завтра что-то оставить. Хотя тут, в принципе, не так много. Вот. Оришка у меня смотрит мультик. Ванька пошел машину на упаковку ставить. У нас все замело. Прямо возле дома авария, короче. Ну, не авария, ДТП. Там чисто стукнулись. И никак не проехать. Какое меню на Новый год посоветуете? Я, честно говоря, буду готовить не так много всего, но это все то, что мы любим. Буду делать толму. И с виноградными листьями, и с капустой буду делать, что еще у нас будет? Ну, салатики такие легкие, курицу в духовке, с ягненком, с картошкой. Что у нас еще? Ну, всякие нарезки. Ну, салаты у нас все без майонеза, все такие легкие будут. Что у нас из основного? Сациви обязательно, без этого никак. Блинчики, вот. Так, мне кажется, Ваня постоянно голодным ходит, он как-никак мужчина, а вы все брокколи да рис, мне его очень жалко. Где вы вообще видели, что я брокколи и рис вообще делаю? По-моему, вы точно не у меня сидите, меня с кем-то путаете.
И можете не переживать за моего мужа. Это немного всего. Ну, да нет. Как раз новогодний стол получится. У нас будет сколько человек? Это же не на нас двоих. В общем, мои родители, его родители. Нас будет много. Как ты все успеваешь? Да, потихоньку. Потихоньку. В принципе, у нас такая работа. Мы работаем дома, поэтому, в принципе, честно говоря, мы полдня работаем, полдня гуляем, поэтому жизнь прекрасна, так сказать. Вот так. Сохраню. Серьги. Маришка там будет с своим мультиком. Вань, а? Ты тут пришел? Привет. Я не знаю, что она там. Какие звуки издает. Она там мультик смотрит. Вань, посмотри, что она там. Что-то тащит, походу. Ариш, что там делаешь? На горшке. На горшке. Точно не на горшке. Ты что-то, что-то пытается... Ты что? Что она делает? Она так сильно куклу типа обнимает? Да. Или она решила ее задушить? Аришка такая смешная. Она любит вот так вот куклу сильно обнимать, такая... Как будто она там, как будто душит. Вот такие дела. Что там еще у вас? Блин, что-то много нарезала или нет, не могу понять. Ладно, половину уберу. Половину уберу в холодильник. В заморозку. Мне кажется, многовато будет для вечера. Что там еще у вас? Что расскажете? А, я могу вот тут вот. Угу. Как похудела? Как я похудела? Ну что, как я похудела? Перешла на правильное питание. В принципе. Все, что я исключила, это газировка. Я газировку вообще не пью. Вообще прям. Уже давно. Вот. Что еще? Сухарики, чипсы, жареное, мучное. Вань, тут девушка пишет. Я за Ваню, говорит, переживаю. Он все брокколи, дари своему, говорит, даете. Нашла за что переживать. Вот. Что еще? В общем, шоколадки перестали кушать. Правда, иногда бывает, что я могу съесть и потом еще одну съесть, но такого не должно быть. Это редко, конечно, бывает, но бывает. Вот. Ну и так за пару месяцев без занятия спортом мы скинули. Мы вообще очень давно не взвешивались, честно говоря. Вот. Короче, муж похудел на где-то на 15-16 килограмм. Точно не знаю, потому что мы давно не взвешивались, мы давно не были в зале, вот. Я где-то похудела на килограмм, не знаю, 8, наверное. Спасибо. Что там? Ой-ой-ой. Что еще? Ну, в общем, самое главное, исключите фастфуд, сухарики, чипсы, газировка. Я пью либо воду, либо апельсиновый сок свежевыжатый, либо чай, кофе. Все. Вот так. В принципе, все. Ну что, вы скинете сразу. Надо есть чаще. Где-то раз в 5, наверное, в день. И все у вас будет хорошо. На самом деле, главное начать. У нас бывает такое, что мы вечером садимся, фруктики кушаем. Конечно, это нежелательно, но а что делать, чтобы не думать о всяких там этих... Знаете, бывает такое поздно. Алиска,
Но мы не можем так. Поэтому... Поэтому вот так. Привет. Привет. Аришка, как думаешь, мне все сюда положить, а? Да. Или нет? Нет. Ну ладно. Пусть будет все. Ты что делаешь? Готовлю. Я готовлю. Вот. Аришка, быстро. Что такое, Аринка? Что там, папа? Нет. Нет. Иди сюда, быстро. Давай, иди. А где твоя щетка? Ну-ка покажи, вот там лежит. Пойдем покажем. Я ее убрал уже. Как написать вопрос? Зайдите в мой сторис и напишите вопрос. Короче, так как я люблю все сладкое. А что, глючит, да, или что? Не могу понять. Крем-бриолиз супер. Короче, так как я...